Всем привет, вы на канале Маленькие Самурайчики. Помните, в прошлый раз я себе не делал дом, и я хочу играть свою вину, короче, мне больше сундук найти надо. Ладно, давайте искать его. Где он? Так, тут нету. Где тут бонусный сундук? О, все, нашел. Смотрите. Опа, давайте. Это дело нам нужно, чтобы скрафтить верстак и дом. Кирку, хорошо, у нас уже есть кирка. И нам повезло, что у нас есть каменный топор. Вот, видите, у нас карта, да? И вот, поэтому она нам нужна, чтобы объединяться. Где мы? Вот, давайте факел соберем, чтобы освещать нам дом. А, ладно, давайте быстрее. Хотя я только зашел, ночь будет не так скоро. Давайте срочно рубим. Эй! Ну, давайте его сломаем уже наконец-то. Вот. Давайте дерево рубить. Натекать мне на что не будем с вами. Да? Будем это дерево добывать, потому что... Ну, блин, не я надоело эти большие дерева. Но я хотя много дерева уже не рубил. Давайте будем в беде. У кого? Ну ладно, она мне не нужна. У меня еды не так много, короче. Ладно, давайте рубить дерево. Ой, это топор, как видите, не сломался. Там просто очень высоко было. Мы так, вот. Давайте. Эй! Я был не знаю, где бог. Ага. Все. Где корова я могу понять? А вот. Коровка. У нас пшеницы нет. Нам ее накормить. Ну, ладно, давайте корову будем убить, чтобы нам ресурсы выпали. О. Все. У нас вроде 24 дерева и сколько. Давайте посмотрим. Так. Ага. 25. Будет больше. Опа! Вот. Дайте я фокус пока. О! Смотрите, смотрите, смотрите! Это грибной мир, это грибной мир! Ладно, я вам фокус потом покажу, ладно? Давайте. Но это я на грибной мир. На, у меня ножниц нет, с тобой обычную коррозию. Давайте посмотрим, что с ней выпало. Так, ничего, только опыт. Как это возможно? Ладно, давайте. Сейчас мне нужен факел. Ааа, топор, я уже второй раз случайно топор выкидываю. Вот, вместо лососи. Смотрите, вы знаете, что может быть так вот, ой, простите. Да ё-ё! Так, факел. Ой, но я не нуб, я знаю, что такой фокус может быть. Да блин, ну почему? У меня было. Знаете что, когда ставить факел, я вам расскажу сейчас суть. Когда ставить факел на песок, может появиться, как бы, появиться, сказать, ну, дырка появится, вот. Ай, бешеная корова, давайте ее слупим, чтобы нам выпало что-нибудь. О, выпало мясо, и опа, о, что это показалось, ладно. Видите, похоже было на колючку. Ой, ладно, давайте, о, дело сладное, давайте его погубим. А, это гриб. Простите. О, грибок. Нам надо еще мухомор, кстати. Мы сможем свои грибной суп. Ого, кстати, вы видели, сколько много шкур, блин. О, можем скрафтить себе каменные... Ой, путынь! Не каменные ботинки. А кожаный и кожаный шлем. Кстати, напиши в комментариях, что лучше, шлем и ботинки. Оп, убил мясо. Мясо выпало, да. Давайте. Блин, нам надо мясо, а то мы умрем с голода. У нас мало еды. Ладно, поплыли на тот. Ой! Топорик! Давайте пойдем на тот остров. Все. Хотя. А. Не, давайте тут будем жить. Я бы называть. Короче,
И шейте по землю. Камень не бывает. Ой, ладно, давайте. Идем, идем. О, камень. Сейчас. Водички. Поплю. Да, давайте камень убить. Камень добываем. Это что, печку? Каменные инструменты. Давайте добываем. Срочно добываем. Скоро стемнеет. Давайте. Вот, добываем, добываем. Ой, ладно, давайте добываем. Добываем. Тут все, все. Мы добываем. Все, все, все. О, кого? Привет. А сколько у нас камня? Ага, 18 хватит. Вот. Сюда. Нажимаю. Эй. Вот. Вот, давайте. Оп, оп, оп. Видите? У нас сколько денег. Я постараюсь. Я постарался делать это, добывать. Все. Пивная кого? Привет, мне не нужна, короче. Привет. На тебе. Ой-ой-ой. Стоп. Ладно, давай. Свинью. Опа! Нет. Вы совсем не пойду я туда. Когда вы начинаете ночь, да, вы хотите драки? Помните, как я сражаюсь? Да, ну... Посетную я пещеру не смогу, хотя я знаю, у меня есть факел, но все равно я не могу туда идти. Сережка, привет. Потому что если я факел потеряю, а я их буду сломать, когда обратно буду ходить, как я вообще что-то замечу? Вы тоже самое, ребята. Ай-яй-яй! О, волчонок. Давайте его убьем. Не, ну я хочу, чтобы он меня тоже бил, а то скучно же, да? Это же комментарий, кому скучно. Серьезно, он меня даже не ударил. Надо было его не бить сначала. Ой, ну, ребята, если вам было скучно, напишите комментарий, ставьте лайк. Вот. Опа, вы видите? Да. Видите, там похоже на домик, ладно, мы туда не пойдем. Спутик, смотрите, спутик. Спутик, спутик, всем привет, и путику пока угай тут. У меня кирка, смотрите, почти сломается, да? Нам надо будет каменную новую скатить. Ой, я сейчас не спорю. Мышку перевернул. Новую. То есть не мышку, а приставку. Ура, блин, не смог. Пропахкуить. Знаете что, кто смотрел, где... Нубик сражался с скалой, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и я нашел уголь. Но туда не пойду, и рядом я уголь ломать не буду. Да блин, ну я, у меня мало еды, и будет вам хотя бы смешно, а мне не очень. Вот, давайте рубить. Вот смотрите, у меня голод почти стратился, ну ладно, будем добывать уголь, чтобы факел себе скрафтить. Давайте. Факелы нам нужны больше, чем уголь здесь. И реально, напишите, что важнее, кроватка и уголь. Мне хочется, если бы не вы, у меня не будет возможности. И, кстати, если вы лайк не будете ставить и подписываться на канал не будете, вы не попадете в эти видео. И, кстати, посмотрите видео слева и справа, наверху и внизу. О, овечка, давайте ее убьем, чтобы у меня шерсть была. Пусть на кровати нам нужно. Ой, и мясо. Ой, прости, овечка. Ну, ребят, нам надо было. О, шерсть, видите, идея какая была. Нет, вот видите, ее, вот она, шерсть. И чтобы вам доказать, что это шерсть, я сейчас ее себе возьму. Песка и поставлю,
И увидите, как она быстро ломается. Вот, слышите? Слышали даже звук? Вот, это шерсть. Блин, уже почти ночь. Давай, короче, что-то я вообще наговорился. Буду дом строить. По-быстрому. Строим дом. Блин, а тут мало места, чтобы строить дом. Туда пошлите волк. Ладно, давайте его. Я с помощью каменной кирки. Ой, то есть не каменная. Ну, деревянная, но нам скучно, ребята. Ай! А! Оп! Я убил. Сверху, да. У меня кирка сломалась, ё-моё, давайте строиться! Дырка, видите? Блин! Я букву сегодня не то поставила, ладно. Пайка ставим. Ничего не видно, да, ребята? Вот. Значит, я знаю, что я видел могу. Что это такое? Зомби! Как обыскашу это? Лучше, ребят, я не успею. Нам дверь нужна. Нам дверь нужна, ребята. А то вылет зомби эту дверь. И нам нет. Прикольно написано, да? Ну ладно, ламка будет не прикольно. А мне не до приколов. Что это такое? Все, короче, верстак. Верстак надо, чтобы дверь скрафтить. Хорошо. Все, короче, ребята, срочно ставь факел, этот убираем. Все, короче, ждем. Всем пока, вы были на канале Маленькие Самурайчики. Вот, вы увидите продолжение.